С хлебом и солеными огурцами в Ломоносовском районе готовится к встрече губернатора. В четверг Александр Дрозденко продолжит серию рабочих поездок. В деревне Расклово глава региона осмотрит фабрику домашних солений. В гостилицах посетит аэроклуб. По традиции губернатора ждут на открытии нового пришкольного стадиона в деревне Яльгелево. А уже в Разбегаево Александр Дрозденко поприветствует участников фестиваля спортивных единоборств Ломоносовского района. Завершится рабочая поездка в Горбунках, где губернатор встретится со студентами Ленинградского государственного университета имени Пушкина и с местными жителями.